Я вас вітаю на каналі Наталія Земна, відеохостинга YouTube. Добрий день! Сьогодні в нас незвичайна програма. До нас завітала жінка, яка вилікувала дуже багато людей природніми засобами. Це вельмишановна Наталія Петрівна Земна. Наталья Петровна, у нас столько к вам вопросов и такой большой интерес. Я думаю, если у нас такой богатый стол, это действительно богатый, если мы подумаем о том, что все это выращено человеческими теплыми руками, что в каждом этом овоще и фрукте есть частица человеческой энергии, добра вложенного, то, конечно, оно будет намного богаче, чем плод просто земли, природы. Если брать сельдерей, корень или листья. Конечно, хорошо употреблять листья сельдерея, потому что это очень богатое растение. Более 40 компонентов имеют листья сельдерея. Более 40. Такой большой химический состав. И витамины, и микроэлементы, и биологически активные вещества. Одним словом, это богатейшее растение. Но мы же не можем всю зиму сохранять листья сельдерея. Поэтому нам на помощь пришел корень. Такой красавец. Его можно сохранять в земле, в погребе, держать на балконе даже, в холодильнике. Он хорошо сохраняется. Здесь меньше химический состав, не такой сильный, как листья, зато он хорошо сохраняется и помогает нам всю зиму употреблять те микроэлементы, те витамины, которых недостает в организме. Но сельдерей не всегда и не всем приятен с лимоном и с чесноком. Кто-то не может кушать лимон, то оскома на зубах, то если понижена кислотность у человека, он не может кислот много употреблять. При пониженной так это как индикатор на кислотность. Если мы не хотим определять ее зондом, так можно, да, можно вот так определить вот, да? Кислотой. Да. Иногда говорят, что если изжога, значит повышена кислотность. Да, да, да. Это ошибочное мнение. При пониженной кислотности тоже бывает изжога от рижки. Особенно, когда человек покушает что-то жареное, жирное. И потом, или даже простой борщ. Поел, понаклонялся и начинает запекать изжога. Вот это и есть пониженная кислотность. Человека при кислом, при употреблении кислого тоже начинается изжога. Это пониженная кислотность, но не повышенная. При повышенной кислотности после сахара, после сладостей, после сладкого чая, после компота с вишнями или же смородиной черной, появляется изжога. Это повышенная кислотность. То есть все растения, они могут быть еще сильными диагностами. Каждый человек, употребляя тот или другой овощ или фрукт, он знает, чего ему хочется, а чего не хочется. Да, да. А ведь организм, он сотворен Богом. Это такой чувствительный прибор, организм. Он чувствует, чего ему не хватает. Когда мужчина употребляет сельдерей, он же, конечно, стройный, он красивый. Он темпераментный, жизнерадостный, у него красивые волосы. Одним словом, мужик, что надо. Стройный и красивый. Можно я добавлю? Да. Чтобы жена была довольна мужем, ему сельдерей в обед и ужин нужен. Вот, гонит воду, гонит кровь, стимулирует любовь. Вот. Ну, что еще можно добавить? Кроме того, когда-то, когда вот, знаете, работали в полях, жали жито, и сильно было, знаете, так жарко очень. Такие дни были тяжелые, жаркие. Тогда брали или несколько веточек сельдерея, или корешка, кусочек, клали в воду. Угу. Тогда не было жажды. Угу. Он очень хорошо утоляет жажду, сельдерей. Сельдерей дают детям, которым уже исполнилось год, а ходить они не могут. Тогда детям дают 20 капель сока сельдерея. И уже через месяц ребенок бегает по дому и делает шкоду. А сельдерей помог ему встать на ноги и побежать. Вот что такое сельдерей. Как же его не кушать в салатах, скажите? А вареный он теряет свои... Да.
Вареный он теряет, но все равно его надо добавлять, конечно, в блюда, и в первые блюда, и во вторые блюда. Что-то, может быть, он потеряет, но много же и микроэлементов остается, и биологически активных веществ, которые не теряются, которые человеку помогают быть здоровым. Я так люблю очень пастернак. Вижу, он тут есть, он мне как родственник. И такой пастернак. И такой, это тоже пастернак? Да-да, это сорт такой, круглый. А это один какой-то Петрик, пастернак, студент, да? Это Петрик. Это Петрик, сорт, а это какой-то... А это круглый. Это круглый пастернак. Ну, раньше почему-то, да и сейчас, люди знали, что употребляют в пищу пастернак, корень сам. Никогда же не употребляли листья. Почему? Наверное, их отпугнуло то, что листья пастернака, если человек дотрагивается до них в жаркую погоду, то могут на коже возникнуть волдыри. Он делает ожоги. Поэтому, наверное, и боялись. Но надо брать молодые листья из пастернака и употреблять в пищу. До салатов добавлять, в первые блюда класть. А пастернак сам, пастернак. Ну, во-первых, если сделать рагу с пастернаком, то есть положить туда овощи все, вот, и добавить пастернак, гости, которые не знают, будут спрашивать, какие грибы там, белые или какие другие. Пастернак создает такой вот приятный привкус, какой-то аромат необыкновенный. Ну и, конечно же, дает очень много, обогащает все овощи. Он вообще обогащает все овощи, и его надо добавлять в каждый салат овощной. Пастернак лечит такие заболевания, как витилиго, песь. Вот ни один овощ, фрукт, ни одна трава не имеет таких целебных свойств, как пастернак, потому что он лечит поджелудочную железу. Это надежная профилактика сахарного диабета. Это лечение сахарного диабета – пастернак. Ну, это, конечно, красота и молодость. Все в этом корешочке одном. Хорошо при тех всех заболеваниях, которые возникают от нарушенной функции поджелудочной железы. А это все то, что высыпает на коже. Бородавки, рудые какие-то пятна, гиперкератозы, псориаз, витилиго, лишаи, экземы. Все это возникает от больной поджелудочной железы вследствие заболевания поджелудочной железы. Так вот, пастернак, излечивая поджелудочную железу, излечивает все накожные заболевания. Интересный корень. Хорошо на почки, и мочегонный такой мягкий, и выводит соли. Очень хороший овощ, я его очень люблю, употребляю очень часто. Вот, и в сырых салатах, свежеприготовленных, и, конечно, в блюдах, и в первых, и во вторых блюдах пастернак входит. И вот один знакомый очень хорошо готовил пастернак и фасоль. Он долго томил фасоль и пастернак, и получалось великолепное блюдо. Если сельдерей и пастернак – это мужские больше овощи, петрушка – женское растение. И вот если бывают асциты сильные, водянки, и ничем нельзя убрать отеки сердечного и почечного происхождения, водянку нельзя убрать, тогда, конечно, просим петрушку. Берем ей столовую ложку корешка, нарезаем, кладем кастрюлю, заливаем молоком, стаканом молока, и кипятим на слабом огне 3-5 минут. Потом настаиваем. И вот это вот молоко мы должны выпить по четверти стакана 4 раза за день. Или же просто выпить глотками. Тогда асциты очень быстро уходят. Тем более лечатся почки, хорошо работает сердце, хорошо работают все пищеварительные органы. Весь пищеварительный тракт хорошо работает благодаря петрушке. Да и смотрите, когда мы готовим какое-то блюдо, накрываем стол, поставили рыбу, мясо там, поставили какие-то салаты, где-то что-то с чесночком, где-то что-то с лучком, и чтобы не было неприятного запаха, тогда употребляют листочек петрушки. Красавица капуста. Как ее сохранить? И вообще, как жить без капусты? Как может работать нормально желудок, как он может не болеть, как можно тонизировать желудок, если бы не было капусты. В капусте много очень витаминов, все знают, и витамин С, и самый такой витамин уникальный, это витамин У, который лечит язвы. Лечит язву 12-перстной кишки. Иногда говорят, вот эрозии в желудке, квашеной капусты нельзя. Неправда.
квашеную капусту, она сохраняет еще больше и витаминов, и они активизируются при брожении. Вот витамины все сохраняются, и, конечно же, квашеная капуста годится всем. Но противопоказана свежая капуста тем, у кого понижена функция щитовидной железы. Но я вам скажу, если вот какое-то застолье, если праздник какой-то, пришли гости, кто-то перепил немного, и на второй день и голова болит, и как-то дурно встает, и тяжесть какая-то в желудке, что может помочь? Конечно же, рассол из капусты тонизирует желудок. А если есть запоры, капуста придет на помощь. Полстакана сока рассола с капусты, ложка постного масла, все это размешать, утром натощак выпил, работает кишечник. И благодарный капусте, конечно же. Вот он. Красивый очень. Буряк. Указывает на то, что он красный. Буряк лечит печень, налаживает ее кроветворную функцию. Буряк хорошо лечит желудок. Буряк – гипотензивное средство. Он понижает, нормализует давление у гипертоников. Буряк чистит сосуды от холестерина. Всем склеротикам при атеросклерозе буряк, конечно, очень и очень нужен. Но это надежная профилактика от всех опухолевидных заболеваний, даже злокачественных опухолей. Мы говорим, почему вот в седую старину люди меньше болели на онкологические заболевания? Потому что они каждый день употребляли буряк. Онкологическим больным дают сок буряка. Трут буряк, выжимают сок, ставят на холод на 3-4 часа. Ну, где-то 2 часа, это минимум 2 часа, выстаивается на холоде для того, чтобы не было тошноты. Вот. И дают потом онкологическому больному. Вот. Те больные, которые уже были облученные, которые уже прошли там, операция была после операции, после химии, облучения, операции, дают сок буряка, потому что он имеет большую силу такую, противопухолевую. И еще я вам скажу, буряк имеет много йода. Мы вот ищем, как же, чтобы работала щитовидная железа. Где же взять йод? У нас в продуктах, в воде нет йода. И пошло-поехало. Значит, молоко йодированное, соль йодированная, хлеб йодированный. Да зачем? Туда йод класть, когда вот он есть, живой, природный. Употребляйте его. Тут достаточное количество йода для щитовидной железы и для всего организма. А не может он снизить давление? Он снижает давление. А у гипотоников нет. Занадка. Он, давайте скажем так, он не понижает давление, он регулирует давление. Но я бы еще сказала немного о его близком родственнике, о его родном брате, о сахарном буряке. Зная то, что лечит сахарный буряк все женские заболевания, мастопатии, все детородные органы лечит свекла, это сахарная. Вы же посмотрите, что мы вместо сахара употребляем. Это же не сахар. Это сахар, там 1/3 только из свеклы сахарной, а 2 части – это химия. Это то, чем обрабатывали свеклу. Если бы мы употребляли в пищу все то, что растет на нашей земле, не обработано химией, пестицидами, гербицидами. А почему обрабатываем пестицидами, гербицидами? Потому что стали ленивые. Мы не хотим работать руками, мы не хотим обрабатывать землю. Мы бросили ее на призволяще и хотим быть здоровыми. Этого не будет. Человек должен вернуться к земле. И недаром столько много заболеваний от того, что принимаем какие-то БАДы, какие-то продукты с добавками, разрыхлителями, красителями, всем химическим непотребом. А потом болеем. Так вот, каждый человек должен задуматься, чтобы есть живые овощи, фрукты со своего сада, со своего огорода. Человек должен быть на земле, любить ее и пользоваться плодами земли, солнца, дождя и своих собственных рук. Наталья Петрівна, велика подяка вам за ваші поради. І дай вам Бог ще довго-довго служити людям.